Итак, всем привет, дорогие друзья! Это 7-я серия, с вами Питер Жан, естественно. И сегодня мы продолжаем играть. Как я и говорил, я немножко приболел, все такое, но... Я нашел подходящее время и... И, честно говоря, я думаю, то, что выйдет достаточно много серий сегодня. Итак, в этой серии я хочу дойти до того острова, до того острова, до того острова, или до того, или до того. Потому что, как вы помните, в прошлой серии мы профукали все саженцы. И это было достаточно обидно. Вот, я хочу... У нас есть очень много, ну, нормально, булыжных плит. И мы с этими булыжными плитами от того острова спокойно можем дойти до того даже. Потому что вот так вот идти, это достаточно долго. Ну, хотя, знаете, это безопаснее. Вот все, давайте будем идти прямыми только линиями. Ну, хотя, давайте мы сейчас немножко пособираем камни. Почему? Потому что сейчас закат уже, и сейчас мобы спанятся. Вот. Это жестоко. Но, блин, мы должны дойти до хоть одного острова, там, где есть дерево. Потому что у нас вообще нету саженцев. Абсолютно. И это будет обидно, если даже в тех островах не упадет саженцы. Это будет очень обидно. И давайте мы где-то 3 стака сделаем хотя бы. Вот стака 3. И мы должны 3 стака сделать. 3 стака булыжных плит. И тогда уже будем начинать порядно по крутому по это самое. Так, я хочу, как и говорил, подзаработать немножко. Подзаработать немножко камня. А-ла-ла-ла. А-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот. Вот. И нам нужно добыть много. Много достаточно камня. И это будет хорошо. Блин. Пошел ты. И, кстати, насчет того, то, что мы будем делать фирму мобов, это я думал, то, что да, мы это сделаем, но мы этого не сделаем из-за одной причины. У нас нету дерева. И у нас, я думал, криперы. Я думал, крипер с луком, а оказывается, этот скелет рядом с нашим дорогим крипером. Вот, я хочу дойти до березового дерева, скорее всего, потому что оно реально очень красивое. И знаете, я бы даже, можно сказать, и рад, то, что мы не дойдем до того время. Так сказать, ну знаете, когда-нибудь, может быть, за кадром. Я попытаюсь, вот, да, вот, вот вы увидите, да, вот здесь вот во всех границах, да, вот у меня вот здесь какие-то границы. Я хочу за кадром добыть камень, дойти до туда, а потом разломать все это и сделать на следующем видео, как у меня уже есть саженцы дуба. То есть, если у вас сейчас есть, дорогие друзья, саженцы дуба, то это очень хорошо, и не выкидывайте их никуда. Потому что в любом случае за кадром я сделаю это. И зайду на границы и смогу взять, дорогие мои друзья, этого дорогого дерева, саженцев. Ну, попытаюсь я там взять с собой топор, взять кирку, взять все остальное. Ну и попытаться что-то поделать с этим, потому что... Это уже реально, дорогие друзья, не дело. Представьте, вы играете, просто вот болтаете, прыгаете и теряете 9% меня саженцев. Это жестоко. Давайте мы сейчас посмотрим, скоро ли кончится ночь, потому что мне уже реально очень скучно ломать булыжник. Очень скучно. Очень скучно. Знаете, что самое некрутое? Весь камень почти сжигается. Знаете, сейчас будет жестоко, если... Блин, это паук.
Блин, я думаю, что корова. Так. Угу. Берем, и делаем. Булыжные плиты. Их у нас уже 23 штуки. Опупеть. Ну хорошо, 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 хорошо. Так, давай мы сейчас. Опа! Опа. Идем вниз и делаем много опа. Знаете, и в последнее время я хочу уже окончить эту рубрику Skyblock, потому что мы уже его реально долго проходим. А знаете почему? Потому что уже скоро выйдет Hytale, а я и все еще продолжаю Skyblock. Но знаете, я буду, наверное, достаточно долго его делать. Это, наверное, будет самая крутая рубрика. Потому что, как я видел на всех каналах, все это оканчивалось тем, то, что просто ютуберы забивали, когда выходили новые игры. Они хотели как можно быстрее сделать следующую игру, следующее видео. И не могли вот просто оторваться от того, чтобы вот просто перестать снимать Skyblock. А мы, дорогие друзья, с вами сделаем ферму. Обычную ферму мобов, ферму железа, и будем реально хорошо развиваться. Мы будем хорошо играть, мы уже сможем играть реально по жесткому. Вот, и это будет хорошо, потому что помните, как мы думали, то что нам не выпадет саженцы, а нам они выпали когда-то. Ну давай возьмем сейчас 3 стака и 7 блоков добудем. 7 полублоков, точнее. Ну вот. Давайте мы сейчас уже дождемся дня. Потому что где вообще луна сейчас? Она вроде уже снижается. Вроде как. Но. Вот, песенка моя очень крутая. Мы должны доломать, ну, много блоков, согласитесь, много, да? Ну, где-то 28 или 39. 28 или 39, какое разное количество. Гу-гу-гу-гу-гу. Давайте мы сейчас доделаем каменную кирку новую. И разломаем все на свете. Сейчас мы делаем каменную кирку. Делаем все вместе. И ломаем все на свете. Ой, извините. Извините. О, да, у нас скоро будет. Короче, давайте мы дождемся, пока будет уже день. Уже будет солнце наверху, а не где-то там сзади, в далеких небесах. Мы будем ждать, пока оно будет высоко, 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 высоко. Вот. Это будет хорошо, хорошо, хорошо. Вот такая вот штуканция. Вот. Сейчас мы сделаем плиты, булыжные плиты. Давайте мы сейчас один блок доломаем. Все, отлично. У нас 4 стака и 9. Неплохо, неплохо. Вполне себе неплохо.
И сейчас мы все переставим. Раз. Чтобы все было по фэншую. Два. Ну вот, неплохо. Теперь от того острова, который мы построили, нужно будет долго идти на другой остров. Блин, паук. Он еще нормальный? Ну нет, еще как бы день не очень такой-то. Блин, нужно будет с собой, наверное, топор. Хотя... А, не, все, он пропал. Он пропал, это очень хорошо. Угу. Ага. Так. Давайте мы вначале лестницы построим проход вперед. Точнее. Проход дальше, так сказать. Вы скажете, какой проход? А, нет, это будет слишком ужасно. А вот здесь вот... Ну да, вот здесь будет вполне неплохо. Начнем, пожалуй, сверху. Это будет хорошо, мне кажется, но это не точно. Ой, только нашел позицию, ну хорошо. А он уже кончился. Ну ладно, нормально. Мне кажется, этих блоков нам вполне хватит. Потому что... Блин, мы целый матч собирали это количество булыжника. А точнее, булыжных плит. И, знаете, это хорошо, я бы даже сказал бы. Потому что я как-никак потрачу немного блоков за кадром. Дойду до туда, то есть за границы, которую вы видели. Я не хочу поворачиваться, потому что я нашел хорошую позу. Вот, да, то есть... Помните, да, там прорисовывалось всякое. Я как раз зайду туда, возьму саженцы, потому что, блин... Я в прошлой части потерял саженцы. И это не очень хорошо. Надеюсь, я не скосил, нет. Вот, да? Видите, здесь прорисовывается. И там, по сути, должен быть когда-нибудь биом дорогого дуба. И мы сможем взять дуб. Давайте мы сейчас посмотрим, сколько нам еще осталось. Нет, дойти мы сможем. Я просто туда иду, потому что мне саженцы, дорогие друзья, нужны. Ну, хотя бы пока что на это время. Мы, во-первых, дойдем до острова, так еще и возьмем траву. Если она там вообще есть, да. Логично. Вот, нам нужно да туда дойти, взять все, а пойти обратно. Ну и многое другое. Так, вот, да. Берем, идем вперед, назад, куда хотим, туда идем. Идем, куда глаза глядят, идем, куда глаза глядят. Стихотворение такое, я придумал. Сейчас все будет хорошо, потому что мы дойдем до острова. А именно этот остров называется... Ну, мне стак, наверное, хватит. Слушайте, мы долго идем. Вполне себе долго. Хорошо, идем дальше. Есть такое чувство, как будто это остров уже дуба, а оказывается там просто дальше дуба. Не, ну да, то есть вы увидите, да, там прогружается все, но нам на это наплевать. Так, идем дальше. Идем дальше в путь, так сказать. Идем дальше мы, дорогие друзья. Вы, а я крутой чел, как и вы. Так, это вторая. Или седьмая. Вторая-седьмая серия. Ай, давайте мы дойдем до туда. И мы дошли до сюда. Слушайте, мы реально до сюда дошли. И даже лестницу не пришлось сделать. И мне уже выпал один саженец. Пшеницы. Это достаточно хорошо. У нас есть всякие хорошие листочки. Ну и давайте мы сейчас разломаем дерево. Ай, рукой его ломать не очень, но хорошо. Топор уже идти обратно. Идти на тот остров там, где бесконечный источник воды, то есть туда, потом оттуда, туда, потом возвращаться сюда и потом обратно сюда. Всего лишь, чтобы взять топор.
Мы за это время уже можем разломать 100 таких деревьев. Ай. Потом тем более я не хочу тратить голод. Вполне по понятной причине. Вот. И ломаем блоки. Это будет хорошо, если мы получим саженец. Хорошо, давайте вот так вот идти. Ой, ну мы один саженец смогли получить. О, все, отлично. Отлично, мы получили саженец. О, блин, второй саженец потерял. О, третий саженец потерял. Опа. Давайте мы на середине. Можно и так разломать. Опа. Все, отлично. И мы пришли с одним саженцем. Как же это много! У нас еще осталось целых 13 из стаков плит, которые мы можем потратить на следующий остров. И знаете, мы достаточно быстро до всего добиваемся. Это достаточно хорошо. Но, блин, вот так долго идти. Это обалдеть. Так, давайте мы сейчас все-таки дойдем до туда. И все сделаем по фэншую. О, отлично. Будем долго мы идти, я чувствую. Давайте мы уже добежим, потому что, знаете, мне уже лень так идти долго. Вот с чего все начиналось. Бесконечного источника воды. Это хорошо. А мы идем вперед. Я скоро засну на этом пути, потому что это так долго идти. Я скоро засну на этом пути, потому что здесь так долго идти. Это просто обалдеть, как долго идти. Я скоро засну по пути. Это будет так круто, если да, если это получится у нас. У нас. У нас. Я рэпер просто обалденный. Че? Он на воздухе стоит. Он на воздухе стоит, дорогие мои друзья. Он на воздухе стоит. Это причина. Вот у нас бесконечный источник воды. Кувшинки нам здесь не нужны. Давайте мы сейчас посадим еще одно дерево. Саженец березы, бирюзовая береза. И вот оно, дерево наше. Так, все, отлично. Ой, мы пришли уже не то что ни с чем, мы пришли совсем. Совсем, что мы хотели сделать. Ну, я даже, в принципе, 3 семена пшеницы, это нормально. Давайте мы сейчас здесь по бокам, наверное, поставим. Во, отлично. Реально прикольная ферма. Здесь будет расти. И получается здесь только будет у нас наш дорогие тыквы и арбузы. Расти. Слушайте, этот уже реально быстро... А, нет, мне так кажется. Ну ладно. Быстро мы развиваемся, честно говоря. Так, у нас уже почти полный сундук, поэтому давайте мы сейчас разложим, что, где, для чего, какие предметы нужны. Потому что у нас очень много предметов, и это не очень хорошо. У нас очень мало голода. Ну ладно, нормально. Давайте здесь у нас будет каменные кирки. Ну или вообще там каменные топора и каменные кирки. А здесь каменные... мечи, где-то тут лопаты, и где-то тут, ой, где-то тут, наверное, даже, раз-два, да, вот так вот, ну и здесь вот где-то, три, ну да, вот здесь вот будет, там какие-то предметы, вот, ну хотя, знаете, здесь по два. Можно вообще, знаете, все в сундук в один вложить. Но главное, чтобы все было по порядку. То есть там ряд каменных кирок, ряд каменных мечей, ряд каменных лопат
ряд каменных мотык, ряд каменных топоров. Это будет хорошо. Я надеюсь, у нас здесь ничего повторного нету, нет. Первый у нас кирка. Да, то есть. И получается, здесь тоже будет первая кирка. Деревянная, конечно. Ой, знаете, стенки из обсидиана. Так, проходим. У нас здесь всего лишь два блока осталось, может быть. Они разрастаться будут когда-нибудь. Вы посмотрите, какая ровная дорога. Обалдеть. Я это все сам строил. Обалдеть, какая ровная дорога все-таки. Ну ладно, нормально. Так. Я хочу разломать тростник, но хотя он еще вырос. Тет. А давайте мы посмотрим, возможно ли тростник в 5 блоков. Вот мой тростник. Еще 2 блока, у меня же было 3. Ну, в 4 блока тогда, хорошо. Ой, блин. Опа. Раз. Так, раз, два, три. Раз, раз, раз. Нет, только в 3 блока, возможно. Ну, хорошо, нормально. Так. О, 4. Сколько мне раньше выпадало? Мне раньше по 2 вообще выпадало. Печки, в принципе, нам пока что здесь не нужны. Береза, береза. Давайте мы сейчас дерево разложим. Так, дерево, 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 дерево. Так, здесь у нас будет вот такие вот ряды. Собственно говоря, нашего другого Дубая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь у нас будет береза. Ну, хотя, знаете, давайте мы это попозже, когда здесь будет везде по стаку. Вот. О, да ну, можно вот так вот сделать. О, да, слушайте, я не знал эту фишку. То есть можно везде дуб положить, да? Везде березу положить, да? То есть вот, да, везде березу положить там, здесь, здесь. Потом как-то, и как-то, о, 2 кнопка, все, понял, слушайте, не знал фишки, честно говоря, если вы знали, поставьте лайк, ну а мы продолжаем. Знаете, в принципе, за это время мы много чего успели сделать, а именно саженец берез получить. Да, то есть это вполне хорошо. И знаете, хоть серия получилась и короткая, но мы много чего успели в этой серии сделать. Очень много, я бы даже сказал, получить и вот это, и вот это. Знаете, вот так вот как-то. Во, отлично. Ну, неплохо, слышите. Вот, можно как-то вот так вот, знаете. Итак, с вами, ну и на этом, мне кажется, можно окончить серию. С вами был Петержан. Если вам не нравится рубрика о Майнкрафте, ставьте дизлайки. Ну а если вам нравится, естественно, ставьте лайки. У нас все по-честному. Если вам не нравится рубрика вообще о Майнкрафте, то просто заходите на канал, естественно, этот, на котором я здесь сейчас снимаю. Там есть видео про другую игру под названием GTA 5 Online. Будущее, так сказать, продвижение, подвиг, так сказать, продвижение будут в следующих сериях. А с вами был Петержан. Всем удачи, всем пока.